Здарова всем, ребят, с вами Хилхёртс, и сегодня я хочу вам показать новую ночную карту и северное сияние, и вот эту фантастическую луну. И еще, если я не ошибаюсь, то здесь, по-моему, как-то по-особенному завывает северный ветер. Вы только посмотрите, насколько заиграла красками новая зимняя карта в ПБГ. Разве это не прекрасно? Падающих врагов вместе с вами в ночи довольно тяжело заметить, поэтому нужно быть очень глазастым. Также мне посчастливилось, и на новой карте я сразу же нашел бизон. Также разработчики говорили, что пофиксят спавн третьего шлема, но как видите, я только упал, и вот он мой, красавчик. Ну а теперь то, ради чего мы все здесь собрались. Давайте же узнаем, насколько легко в ночи заметить врагов. По идее, ночной мод идеален для зимней карты, потому что снег у нас белый, и он как бы автоматически подсвечивает картинку. Я вот немножко побегал, реально слышен завывающий ветер, и знаете, это прям полную целостную картину создает того, что ты где-то на севере и рядом враги. Вот таким вот образом в ночном небе пролетает самолет. Его в принципе почти не видно, единственное, его только слышно. Вот он туда полетел, и вот там вот он скинул груз. Почти незаметно. И еще, насколько я заметил, по-моему, во всех домиках теперь горит свет. Вот вы знаете, сидеть в темноте и ждать неожиданных врагов – это, пожалуй, самое страшное. Дымы у нас теперь имеют такой сероватый оттенок. И знаете, мне кажется, если мы хотим выживать, то необходимо ходить не по снегу, а по максимально темным участкам земли. Но вы только посмотрите, насколько атмосферно смотрится свет в комнатках. Замечать врагов на самом деле достаточно проблематично, особенно если они находятся в тени или на темных камнях. Лучше всего, мне кажется, находиться на темных или черных камнях. Так вас намного тяжелее будет заметить. Не кидайтесь, пожалуйста, палками, я не думал, что у бизона так медленно летят пули. Как я уже и говорил, заметнее всего те враги, которые перебегают по белому снегу, они ярко выделяются. Аирдроп можно заметить только если случайно выйти на него. Миниатюра о том, когда ты стрёмный тиммейт. Только не Серегу. От себя хочу добавить то, что ночной режим — это нечто новое, опыт совершенно другой. Появляется намного больше тактических фишек, то есть намного проще обойти противника либо зашкериться в кустах, либо под камнем. Но, с другой стороны, это также сыкотно. Одно дело, если ты кого-то поджидаешь, а другое дело, если ты сыкливый и кто-то поджидает тебя. Надеюсь, информация о новой ночной карте для вас была полезной. Если это так, то можете подписаться на канал, дальше будет больше полезной информации по ПБГ. С вами был Хилхёртс, всего хорошего и удачи!